Приветствуем всех. Ну что ж, на очереди космодесантники. Северный континент Кауравы-2 – это суровые земли, известные своей грубоватой красотой. Свое прозвище это место получило из-за того, что находиться здесь относительно долго могли лишь кочевники и отшельники. Они добывали все средства к существованию, охотясь на ценные опасные вещи в самых северных частях бездонных миров. Кровавые вороны основали свою базу в центральной части этого региона, суровость ландшафта и климата не стала препятствием для привыкших к тягам войны космодесантников. Доклад разведки. Адепус Астартес, Орден Кровавых Воронов, капитан разведки Кенси. Или Кенси. Доклад отряда, проведивший разведку в северно-западном регионе. Данная территория на площади несколько тысяч квадратных километров. В ходе разведки получится следующая информация. Территория в районе 75 километров западно-север от предполагаемого места размещения штаба представляет собой сильно пересеченное место и не подходит для передвижения пехоты и техники. Атака с этого направления будет крайне затруднительной. 120 километров ЗСЗ. Что? Источник воды. Понадобятся конвои громовых ястребов. 512 километров на... видимо, на север. Равнина, которая может стать потенциальной базой атаки противника. Обнаружены скудные следы предыдущих поселений. Некоторые утесы были подорваны и терпеть закрывают равнину. 970 километров северо-северо-запад. Интересное происшествие. Нам встретились рогатые животные большого размера с мощными передними лапами, которые пробирались по крутым утесам. Разведчики уже приготовили к огонь, но тут неожиданно появились неизвестные кочевники в камуфляже серо-белого цвета, которые быстро справились с животными. Замечание для командования – исследовать возможность призыва этих кочевников на службу. Если не получится сделать их неофитами нашего ордена, возможно призыв ряды имперской гвардии. Тоже на заметку, вот тут вроде как про сотрудничество с имперской гвардией говорится, а вот по факту они будут с ними лица бить друг другу. Да. Хорошо. The Blood Ravens had learned the value of speed and mobility through hard battlefield experience. Force Commander Boreal, who had studied under the famed Commander Angelos, sought to make his reliance on stationary defensive structures as small as possible. Therefore, rather than build up the Space Marine's Central Command, entire companies were reserved in the fleet above Kaurava II. These would be ready to deep strike with deadly speed into any territory, including the Blood Raven's own headquarters. If attacked by an enemy, drop pods would cover the Marine stronghold in a steely, thunderous hail, swarming the Space Marine's enemies with super soldiers and dreadnoughts. Force Commander Boreal was sure of his plan. His greatest weapon was, after all, the superiority of the Space Marines themselves. Who could weather such a rapid and devastating defensive tactic? Commander Boreal, enemy forces in our perimeter. Where? Southern Quadrant, but they were on the move. Current location unknown. There is no time to be lost. Battle, brothers! Space Marines, today the enemy is at our door. We know our duty and we will do it. We fight for our honor as Blood Ravens, as Space Marines, and we fight in the name of the Emperor! And if we die this day, we die in glory. We die heroes' deaths, but we shall not die. No, it is the enemy who will taste death and defeat. As you know, most of our battle brothers are stationed in space, prepared to deep strike. Our perimeter has been prepared in the event that our enemies should be so bold and so foolish. We have placed numerous beacons, allowing for multiple, simultaneous, and devastating defensive deep strikes. No!
Codex Astartes names this maneuver Steel Rain. We will descend upon the foe. We will overwhelm them. We will leave none alive. Meanwhile, our ground forces will ensure the full defense of our headquarters. We are the Space Marines. We are the Emperor's Fury. Так. Deep strike squads, prepare for deployment. Brothers, strike at will. You assist me in my experiment. Assault team Bravo! Attack! Wow. One of the deep strike beacons, sir. Yes, we have. Sir, every beacon we lose reduces our ability to strike on the field. Do you think I care if we lose a beacon or two? This is war! War! All we need is enough battle brothers on the ground that we can crush them under our boot heels and destroy them with our bolters. That is what matters, Space Marine! Так. Уничтожить 17 кровавых воронов, найти и уничтожить маяки наведения для орбитального десантирования. Для проведения орбитального десантирования космодесантики используют маленькие радиомаяки, разбросанные по территории. Найдите и уничтожьте их, чтобы сделать орбитальное десантирование невозможным. Да уж, вот так, бегать по полю. Ну, хотя это вроде поле, так что... Чтобы покончить с воронами, вы должны сравнять с землей их базу, уничтожить крепость монастырь. Ну, возможно, действительно, опять же, правильная тактика была ударить напрямую. Ну, что-то быстрее, побегим по полям. Нет, не дотягивается, жаль. Gonna be easy. No one sees us coming.
Ау, забыли. Так что ж такое? Так. А, ну да, кстати. Так, все еще следуется. Так, одного сюда. В смысле, он не дошел, что ли? Алло, что не так? Космосон сконцентрировал производство глайдер Вури в западной части города. Уничтожил фабрики на стороне производства глайдер. А, замечательно, конечно. I do not like these planes flying at us. Find their production facilities and destroy them. Так.
Так, стоп. Это только что уничтожили? Угу. Напрямую от базы. Strike. Sir, we've lost nearly half of our deep strike beacons. Damn. We've got to hit them harder. This is Commander Boreal to relay. Send us all the units you have. Do you hear? Affirmative, Commander. Reaver, step back. Так, сначала сюда. Ага, предел. Сколько там у нас не доучилось? Нет, здесь все доучились. Хорошо. Так. Упс, не то. Так, опять эти леталки, а? Да, но в принципе достаточно быстро их ломают. Да, здесь оборонительное сооружение уже. Так, гвардия на базу. А, у нас тут, оказывается, счетчик маяков есть. Так. Ай-яй-яй.
что... Вот, забыли совершенно про эти усовершенствования. Что БТР-носорог? Кровавые вороны отправляют десанты на БТР-носорог с небольшой базой, расположенной к востоку от их штаба. Уничтожить эту базу, чтобы прекратить эти атаки. Обязательно. Which cannot fly, which have no guns. They are weak mimics of our own raiders. Still, we should tear their factories to pieces all the same. Хотя так. И здесь. А, не хватает. Переусердствовали. Так. Ай-яй. Так. Побежал спасать. Мы сейчас присоединимся. Да, блин, сейчас их потеряем. Чини! Блин, телепевок. Надо было, по-моему, вот здесь еще немного подняться и снести еще один маяк. А, отбились. А мы даже не отошли. Серьезно? Так, а нет, 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 стоп, как раз таки здесь Stop. Надо подниматься, если я правильно вижу карту. You will know pain. I stand ready. There is much terror to bring. When do we fight? Your life ends here. Yeah.
mercy is coming. Так, хорошо. Ладно, раз мы где-то здесь, посмотрим, что тут творится. Sir, we are blind down there. There are only a couple of beacons left. Throw what we've got at them. We just need to keep them disoriented. Yes, sir. Let us strike! Let us strike! The source of all those armored transports. We have found it. Да мы так знали. Шустрее, шустрее. Our prey shall cower in fear. Who shall suffer next? Follow me! Let them fear our blade. Не, так нечестно. У них иммунитет, да? Что нет, они будут стоять там прям под ударом. Ой, добили мандрагор. Отбирают точку. Where are they? Our prey shall cower in fear. Так, что у нас с базой? Вроде еще не сломали. Даже если такое нацела. А, ну так. Ой, ошибочка, ошибочка. Мы же совсем забыли, что нам надо вырабатывать вот эту штуковину.
build things and not be beaten all the time. Так, захватывать не надо. Просто идем в другую сторону. О, расползаются опять. Кто куда? Так. Где они тут? Сейчас призовем, пошлем. Собирать. I long to shed blood. Death is my meat, terror my wine. Reaver Jetbike! We were timed! We come to kill. Все, доползли. Your life ends here. Теперь сработало. Let them fear our blades. Their pride comes to us.
Ой-ой-ой-ой. Чини! Беги. Все время, что у нас есть некоторые способности. Так, 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 спокойно. Ага, еще там не зовут, да? Именно этот подыхал. Еще потом, может, не он? Нет, он. Так, раб, видимо, все-таки не пережил. А, стоп, мы же еще не все маяки снесли. Не, лучше не надо. Не то чтобы я не считал, что у нас есть, точнее, что у нас нет возможности прорваться. Просто надо лучше добить маяк, а потом уже действовать. Так, опять эти вымерли. Какие они полезные, блин. Ну ладно, хоть массовку создавали. Ну все, сейчас, наверное, начнется мясо.
terror. You can outrun me. Death. I thirst. I long to shed blood. Let us strike. Let them fear our blade. Я вообще думал, что мы его уничтожили, но, видимо, когда эти прилетели, я сразу на них отвлекся и не добили турельку. Отходим. Хотя куда мы отходим? Бежим! Thank you.
Да ё-моё! Отходим. У них, конечно, нет нунных невидимок. Все, пополнились. Потопали. Хорошо.
Так, далеко ли там что-то оно расположено? Далековато. I long to shed blood. The spoils of war shall be out. Follow me! I long to shed blood. I follow blood. Так звучит улыбка с точки зрения тех, кто это писал. Ready once again.
my days in the arena. I thirst. Dark Eldar fear, but many are the things they hate. In the eyes of the Archon Tyriel, these Blood Raven Space Marines were a grand object of disgust. They stood for order and the upstart human race, and worst of all, claimed to be warriors second to none in the galaxy. To hate, the Archon added insult. The idea that any should be feared so much as his own Blackheart Cabal was a personal affront. The time had come to prove his superiority and punish the Blood Ravens for their offense of existing. Tyriel was greatly pleased when he vanquished the famed soldiers, but was even more elated at how worthy an adversary the Space Marines proved.
One can weary of docile playthings, but no Dark Elder ever feels so alive as the moment when one stands victorious, having narrowly skirted defeat and death. The Archon considered it the greatest compliment to the slain Blood Raven commander when he placed his severed, shrunken head on the upper tassel of his war belt. The Battle of Solitude was a memory the Archon would cherish for many years to come. Да. Весьма иронично, что как раз-таки те, у кого появление войск из воздуха более-менее оправдано, такие не задалбывали этим самым спамом войск из воздуха. Ну, а так, не могу сказать, что само действие сильно отличалось от предыдущих. И, судя по всему, опять же, прямой прорыв на базу противника был бы наиболее оптимальной тактикой. Ладно, в любом случае, на этом пока что все.